Три тополя на Ставропольской 112. Головная боль местных жителей была. Теперь опасений, что огромная ветка от ветра рухнет на крышу дома или во двор, нет. На просьбу жителей администрация промышленного района Самары отреагировала оперативно. Во-первых, они мешают, потому что очень много пуха, это и пожары, и дышать, и все, и аллергии у многих. И пуховые деревья, они везде все мешают. Раньше их спилили под корень, а сейчас решили, приняли решение опиловку веток сделать, оставить там на уровне второго этажа стволы, пусть они стоят, если они крепкие. Не теория, в действии практика малых дел. 30-метровые деревья под натиском бензопилы легко скидывают тяжелые ветви, которые увезут на специальный полигон. По времени опилка занимает не больше 2 часов. Жители благодарны. Главное, лишнего не спилить, шутят в зеленхозе. У тополя очень большой кислородообмен идет, потому их и убирать нежелательно, с одной стороны. Крона большая, листьев много и большой кислородообмен идет. В квартале 17 двухэтажных домов. В каждом дворике старые сараи, нет детских площадок, а главное — продуктового магазина, говорят жители. Предлагают оборудовать нерабочую котельную. Такую заявку они также подали в администрацию и теперь ждут ответа. Марьяна Мирная, Дмитрий Мешканцов. События.